Медитируй. Медитируй. Так, а ты попей. Все, отдыхайте, ребята. Стоять. Что мне здесь не нужно? Так, что-нибудь легкое. Сразиться в комнатах. Вот, это быстрое. Не особо легкое, но зато быстрое. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Это да. Так, оно небольшое. Можно пройтись вот так. 90% это одну комнату можно будет пропустить. Это мы не будем трогать. Оно всем видом говорит, не трогай меня. Ну а что здесь? Хм, пусто. Быть может, я могу тебя очистить? Нет. Ну и не надо тогда. О, вот вас я ждал. Особенно тебя, тварь, и тебя, тварь. Уклонение. Так, сразу тебя оглушим. Спасибо. Как вовремя. Пожалуйста, только не болезнь. Фух, просто стресс. Ты у нас будешь кровотечь. Блин, фигово, что мы не можем его достать. Он здесь самый опасный. До тех пор, пока ты... О, подхватил понос. Еще больше уклонения. Надо этого добить. Определенно нужно добивать. Хватит, а? Дальше ты его не откинешь. Блин, ну по крайней мере хоть одного. Еще уклонение. Я буду стакать это до тех пор, пока вы не сможете вообще до меня попасть. Поближе. Фух. Всем кровотечение. Минус ты на следующем ходу. Хотя, че я буду ждать следующий ход? Ой, как хорошо, что ты этого подвинул. Просто спасибо тебе. Хотя, знаешь что, можно и повесить еще отравление на тебя. Вот так. Теперь я тебя точно... Ладно, забыли. Вот серьезно, да? И у меня нет никого, кто хилит. Прекрасный подбор героев. Нет. Нет. Да. Как хорошо, что ты... Да, оглушение. Слушай, умрите уже. Ты ж так долго. Все, минус ты на следующем ходе. Ну что я говорил? Фух. Что это? Brought low and driven into the mud.
Ключик. Не зря ключик взял. Что у нас здесь? Здесь будет бой. Лучше покончить с этим сейчас. Ах, я этого сам захотел. Оглушись. Спасибо. Так, все, кровотечение на тебя. Сопротивляешься? О, метка. Еще раз. Вот и отлично. Так, все, остальное дело техники. Ты же в курсе, что это не особо работает? Вот если бы ты на него это сделал, я бы тогда уже забеспокоился. А так... Видишь? Так, да, дальше. Сейчас бы разведать, что здесь. Ага. О, ну... Халявный факел мы возьмем. И деньги тоже. Все, дальше не пойдем. Ладно, пришло время. Да, вот примерно для этого. Гав-гав. Пусть будет на всех. Отлично. Ты мне не нравишься. Слушай, ну, когда ты стреляешь сразу по всем, ты не попадаешь ни по кому. Это что такое было? Промахнись, а. Бинт. Меньше стресс, но кровотечение все же не снимет. Слушай, у тебя один раз не получилось, ты думаешь, у тебя опять получится? Так, надоели. Время пришло и тебе помирать уже. Какое еще наказание? Ха, научись сначала. На, вдохни. Вдохни полной грудью. А потом сдохни. Нет? Неужели с третьего раза у тебя хоть что-то получилось? Но все равно надолго тебя не хватит. Смотри. А. Вот так. Не хватает места. Packs laden with loot are often low on supplies. Совсем бесполезный и бессмысленный бой. Ни за что. Отрава? Блин, зачем я это сделал? С таким-то сопротивлением. Зато кровотечение у вас
80%, но все равно прошел. Сейчас бы вот эту тварь вынести. На самом деле очень странный пик я сделал среди героев. Еще уклоняйтесь. Ну давай, еще болезни. Что, закончились? Если сейчас превратиться в оборотня, у них опять будет стресс, это не очень хорошо. О-о-о. Так, живи. Да почему ее? Ты при смерти. А нет. Один хп. Блин. На, держи. Черт. Это очень фигово. Я никем не могу сейчас достать, да? Все, теперь могу. Только не ты. Так, не попади. Ну, то есть ты попади. Есть. Фух, на краешке. А где еда? Самое фиговое, что мне придется идти в обе комнаты. Только так я смогу 90% сделать. Заткнись, а! Ну и конечно ты. Давай, еще один понос ему. Вертиго? Головокружение? Минус 7 уклонения. Ну спасибо. Все, на следующем ходу ты сдохнешь, я надеюсь. А, нет. Зато вот так. Так, у меня большая проблема. Тебе нужно жить. Ее сейчас спасет только уклонение. О, нет, проверка. Это ожидаемо. Хорошо, спасаем ситуацию. Ладно, это могло быть лучше. Главное жить. Фух, как хорошо. Все, ты умираешь? А вот тебя нужно бить. Причем очень сильно. Давайте, ребята. Вот так. Фух. $375.
The match is struck. A blazing star is born. Что мне не нужно? В принципе, все мне здесь еще понадобится, возможно. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Как хорошо, что комната пустая. Все, последняя. На, обрадовался, последняя комната. Сколько у вас сопротивления? Не стоит того. процентов сопротивления кровотечению. Ладно, шут, ты с ними бесполезен. Destroyed. Нет. Фух, всего два. Оглушение, оглушение. Всего 30%. Все отлично. Вот и ладушки. Annihilated. Это могло быть гораздо хуже. Seize this momentum. Push on to the task's end. Не трогайте. О, нет. А... Хоть что-нибудь очистите. О, нет. Что это? Интерес к ранениям, травмам и пыткам. Обожаю такие моменты. Пустая комната. Да. The swine folk's labyrinth may yet prove to be navigable. Degeneracy of the hamlet is nothing, I fear, when compared to the condition of surrounding acres. Ха. Ага. Легкое что-нибудь возьмем. Пойдем на легкое. Вон стресс, болезни. Ты три болезни подхватил за один поход. Ты все подряд трогал или что?